Друзья, я в Самаре, в доме у дизайнера украшений, у которой свой собственный бренд. Я впервые увидела инструмент, который называется холдером, и впервые увидела вообще, как происходит работа по созданию вот такой красоты. Елена Щербакова, пожалуйста, расскажите, что такое холдер? Холдер – это инструмент, который позволяет мастеру работать с пяльцем на комфортной высоте, не наклоняя при этом спину, то есть держа ровную осанку, и помогает в работе. Например, очень удобно холдер с поворотной головкой, то есть когда нужно завязать узелок, ты можешь просто вот так перевернуть, завязать узелок и повернуть обратно. Леночка, как давно ты этим занимаешься? Больше 3 лет уже. Замечательно. Мне невероятно понравилось вообще все, что ты делаешь, но особенно привлекло внимание вот это украшение. Куда оно готовилось? Оно готовилось на конкурс. Тут такая интересная задумка со светлячками. Сейчас я покажу. Включатель. Вау! Вот такие светлячки. Лен, ты надевала на себя, да, это украшение? Ну, надевала один раз, да. Ну, покорила всех? Нет, нет, я его не на выход, а просто примеряла. Но эту вещь надо обязательно носить на светские вечеринки и в какой-то момент, когда в зале выключается свет, включать. Да, да. Тебе не будет равных. Леночка, огромное спасибо за такое короткое интервью. Я просто восхищена вот этим вот. Вот этим вот особенно. Да и вообще вот этой тончайшей ювелирной работой. Спасибо. Мы не могли просто так взять и сфотографироваться возле замка Гарибальди. И Лена, которая по профессии еще и парикмахер, вот что-то там красивое творит у меня на голове. Посмотрите, с какими красотками я гуляю по смотровой площадке возле замка Гарибальди.